Привет, дорогие друзья! Вот мы с вами находимся на этом историчном месте. Вот, кстати, вот эта вот картинка, вот если вот так сделать, то ну прям вот реально атмосфера Варкрафта, вот откуда все пришло, вся движуха. Очень здорово, очень эпичное место, вот оно даже на карте так грамотно выделено, темный портал. Вот реально, это такой, можно сказать, главный атрибут Варкрафта, вот это вот этот портал, вот эти врата. Очень здорово. Так, и что же мне тут за квест хотят сделать? Дать. Защита от тылов. Я сотрудничаю с воинами Альянса исключительно потому, что наше чувство долга превыше вражды. Хоть и не намного. Нам поручили охранять темный портал, чтобы исключить несанкционированные перемещения. В связи с недавним катаклизмом, сейчас мы особенно уязвимы для атаки извне. Уже есть сообщение о черных драконах, появившихся в этих краях. Короче, убейте Джарока Рваное Крыло. Шахандау и Гумгаза. Ох ты, 13 косарей опыта дадут. Неплохо, надо выполнять. Классно у них тут застава. Видите, тут и Орда, и Альянс уже сплотились против общей тревоги. И, кстати, вот интересно, они вот враждуют, потом какие-то бомжи приходят, а Орда и Альянс объединяются. Ну, вот тоже непонятно. Ну, это фишка мира, опять же. Фишка мира. И видите, в новых аддонах, о, кстати, вон Гамас этот. Концепция классная. Опа. Чё он там спастовывает? Не. Стан. Так, все, Гамас убит. Дальше Шаханда и Газок. Джарок Рваное Крыло. Это, кстати, на Трезим поход? Нет, это не на Трезим, но похож. А, это демон. Ух ты. Ой, закруточка пошла. Все отлично. Трезим они же это как эти лорды ужасов. Дредлорды, а это нет, это демон, я перепутал. Так, вот эта девица. Сейчас мы зафигачим. Это, кстати, она уже как бы лейтенант плащу легиона, вот эти дуры, тёлки. Шивы вот эти. Ну что, друзья, пристегните ремни. Мы входим в темный портал! Я уже на другой планете. Блин, красиво. Смотрите, тут уже портал в Агримарчу, что есть. Блут эльфы поддерживают. Это неплохо. Ну что, друзья, вот оно. То есть запределье, Outland. Ох, уже тут демоны шмаляют. Вот видите, пацаны, покуда вы там сидите, чаи пьете, фигней занимаетесь, играете в дотку, нормальные ребята на передовой сдерживают. У портала демонов. Сразу берем квесты. При содействии Альянса я буду удерживать эти позиции, но ты должен доставить мое донесение генералу Кракорку в Тралмар. С его помощью мы вышвырнем демонов обратно в бездну, которая их породила. Поговорите с флагой
легкоперой. Она нам поможет тебе добраться быстрее. Хорошо? Вот смотрите, леса прикольно. Маунт красивый. Необычный такой. Так, вот она легкоперая. Давай, мне нужна в Траулмар. Угу. Погнали. Отправь меня в Траулмар. Полетели! Ууу, красиво, ё-моё! Опа! Стоят новобранцы. Вот прикольно, все-таки чуть-чуть ощущается другая планета, вот что-то такое есть. А, небо другое, вот. Кстати, небо классное. Вот чем мне, вот, мне нравилось БК, что вот, необычное небо, реально как вот другая. Ну не измерение, вот реально другая планета, другая совсем. Флора, фауна, все по-другому. Здорово, здорово. Так, генерал Кракерк. Вот он сходит. Донесение Ориона. Давай сюда, живо! Нахмурившись, генерал Кракерк смотрит изорванные бумаги. Проклятие, именно этого мы и боялись. Ориона и его армия могут в любой момент отбросить. Так. Я соберу все доступные резервы и отправлю их к темному порталу на помощь Ориону. Хорошо. Поговорите с Назгрелом по приказу генерала Кракерка. Кстати, Назгрел, это ж... случайно не тот чувак из Варика. Я вот не помню, в какой-то серии мы его встречали. А, нет, наверное, не тот. Не помню я. Ну ладно. Здорово. Так, я служу Орде, квест называется, гоблин дает. Ты можешь себе это представить, орки наняли меня чинить укрепление и изготавливать взрывчатку. Не работа, а мечта. Единственное, что материалов не хватает. Но умный гоблин всегда что-нибудь придумает. Помоги, короче... достать запчасти надо, да? Принесите 8 кусков металлолома и 8 кусков древесины. Удачи. Хорошо. Ну, пошлите в главную казарму, или что тут у них? Казарма, типа, да? Добрый. Таурены, тролли на службе. Коврик из медведя. Вот, Назгрел. Мы уже потеряли в этих проклятых степях не одну сотню отважных бойцов. Ага. Поговорите с сержантом Лодобродом. Так. 12 фиалов крови. Так, короче, добыть что-то давно надо. Сержант Лободроп. Захват крепости. Так, это я поговорю. Несомненно, ты видел войска легиона с воздуха, когда летел от темного портала. Лет 5 назад мы разгромили их в битве за гору Хиджал, но проклятые демоны снова ползут сюда, как тараканы. Если они хотят войны, то они ее получат. У нас орков солидный счет к легиону. Что, Глук, рассказывать тебе о наших врагах? Да ладно, убейте 4, да-да-да, короче, все. Ну, в общем, что, друзья, дают нам квестики. Начинаем борьбу с легионом в Запределье. Все, друзья, добрались. И первым делом, что я сделаю, это зарегистрируюсь в таверне. Кто тут? Андед главный, да? Все, отлично. Опа. Все, получили прописку, можно выдвигаться. Значит, что нам надо? Убить вестник, бесов поубивать всяких, кровь Костеглода и ингриды собрать гоблину на взрывчатку. Так, вот уже валяются запчасти тут недалеко. Палки всякие, шестеренки, и они, кстати, пойдут на изготовление взрывчатки. А вот и орки в скверну. Падальщики из клана Костеглотов. И с них упадают, я не знаю, бутыльки или как правильно назвать, с которых кровь это. А я огненное что-то кастую, паразит. Вот, кстати, знаменитый путь славы. Смотрите, вся дорога вымощена из костей, черепов, ребер, дренеев. Да-да, друзья, оно, кстати, одно из самых таких ужасных мест. Вся дорога, вот этот, весь путь. Вот он проложен от портала его, из бастиона адского пламени. Прикиньте, сколько тут дренеев вообще, ну и тут миллиард, ну не миллиард, конечно, миллионы дренеев просто уложено в смятку. Красиво, орки, конечно, молодцы, рубака из клана Извечной Длани, они мне пока не нужны, мне нужно из, как там, Костеглодов. Так, кровяшу я пособирал. Что? Все, все три квеста сделаны. Пойдем в Траулмар сдавать все это дело. Ай, мне же надо еще вот этих поубивать. Это я мигом. Вот, кстати, кабаны ходят. Они были во втором варике, я помню. Да-да-да, в Адоне за порталом тьмы. Так, вестник ужаса. Вот эти натрезимы. Вот эти бесы ходят. Даем раскруточку. И сейчас этого натрезима тоже приговорим к смертной казни. Ну и кабана заодно.
Видите, кабан тоже какой-то мутировал. Видать, тоже скверно хлебанул где-то. И видите, демонические всякие вот эти экскременты, или что это, вот эта сущность, я не знаю, дымка это. Это говорит о том, что вот, видите, они тут бесы срут что-то. Шкодят. И творят чернягу. Так, все, хорош. Опа, ныряем. Бамс. Опа. Нормально. Он еще ходит. Так, мы этих убили. Так, что осталось? Бес, поджигатель, инфернал. А, инфернал вон ходит. Инфернал это такие, типа, как рядовые, наверное. Да. О, последний. Нормально. И инферналов нашпулять осталось. Раз, два, три. Сейчас всех агрим. Так, и вон того. Бляха-муха, давай! Всех. Шесть инферналов надо. Отдаем запчасти гоблину. Так, используя горящий факел, подожгите восточную пушку Альянса и западную пушку Альянса. После выполнения задания возвращайтесь к гоблину. Я невероятно счастливый гоблин. Я изготавливаю взрывчатку и прочие орудия убийства, которые жизненно необходимы для ведения военных действий. Ну вот, видите, они тут и с демонов хотят оттеснить, и с альянсами чуть-чуть повраждовать. В общем, все нормально, ничего нового, как говорится. Так, где этот? Кровь сдаю. Так, доставьте образцы крови Костеглота, аптекарю Зелани в гибель Сквернобота по просьбе Варшава. Понял. Передавая заставу, останки Сквернобота. Верховное командование заметило твою доблесть в бою, воин. Тебя хотят отправить на передовую для встречи с командой Изуверского кулака. Идите на восток 200 шагов, потом пойдет это. Так, все понятно, все, я идем на передовую. А, альянсов потом сделаем. Мы идем на передовую. Ты гибель Сквернобота. Смотрите. Гибель Сквернобота. Ох, тут они, блин. Жесть, разбирает его по запчастям. И радуется прям, ой, ё-моё. Так, у вас псичник есть, ребята? Кому сдавать квест? Троллю. Уничтожьте врагов вокруг портала Зилус, портала Крул, соберите камни с рунами демонов. На восток отсюда тянется передовая легиона. По всей ее длине расположены порталы ворот. Так, я понял. Давай, берем. Камень с рунами демонов. Так, еще ж надо квестик сдать аптекарю запчасти, эту кровь отнести. Да. Так, держи. А да, кровь орков из клана Костеглотов. Они вызывают у меня недоумение. С одной стороны, в них все еще чувствуется демоническая сквера, но их сила и мощь превосходят всякие разумения. Хорошо, давай приступать. К сожалению, Глук, у меня нет оборудования, чтобы провести все исследования, какие нужны. На, нужные инструменты есть у моего коллеги, аптекаря. Доставьте образец крови, я понял. По славу Сильваны. О, куда идти? Ладно, потом, давайте, так, лишить легион подкрепления. Так, вот, короче, собираем 4 камня демонов с рунами и заряжаем запал. И можно, кстати, взрывать вот этот портал хреновый. Оп. Нужно подойти поближе. Так, минус один. И сейчас второй надо. Еще 4 камня достать. Так, дальше. Все, сдаем запал мы. Выбираем, что выбрать-то. О, шлем возьму. Поговорите с командиром звена браком, разбомбите вратами Муркет и Шадра. Затем возвращайтесь к командиру передовой торговли. Мы обнаружили 2 главных портала, через которые Пылающий Легион получает подкрепление. Это врата Муркет и врата Шадрас. Короче, надо разбомбить их. Я понял, только шлем одену. Так, командир передовой Туарх приказал мне выполнить бомбардировку. Мне нужна Виверна-разрушитель. Погнали! Уа! Да, все-таки как эпично вот это вот выглядит картинка, этот портал, блин. Здорово. Здорово. Вон, идут уже, идут. Кидаем бомбу. Минус один. А, вот, было бы так все просто, да? Полетал. Сейчас второй рванем.
Пошла ракета. Взорвали, все, есть. Летим на базу. Красиво, красиво. Колонны вот эти с рунами тоже, какими-то древними. Ёлки-палки. И вот вдалеке этот портал. Блин, это вообще ж сказка. За порталом тьмы. Мы обнаружили главный производительный цех легиона, в котором куются силы для северных лагерей. Приказываю тебе взять Виверну, уничтожить этот оплот скверны. Бомбы лежат вот здесь. Поговори с командиром звена Браком, когда будешь готов к вылету. Начинаем бомбить. Опа, полетели. Я пока что не могу. Ой, как она перезаряжается, блин. Вот, короче, вся война с легионом. Просто полетал на Виверне, посбрасывал бомбочки и все. И победа уже, считайте, в кармане. Так, мне вот эти пушки. Никто не обстреливает, у них ПВОшек нету, насрать. Так, батрак скверны, 6 из 20 пушки какие-то надо. Блин, так, 3, 5 пушек скверны. И что там еще? И надзиратели, да? Нет, еще не готов. Не достаю. И скверноботы еще ходят. Плохо, что перезаряжается долго, бомба это. Так, пожалуйте. Оп, отдаем бомбы и получаем клевые наголенники. До встречи. И левел. 59 левел. Отлично, друзья. Так, возвращаем чарж на место. Что, друзья, все, мы вступили в войну с легионом. Перешли через темный портал, оказались в запределье, он же Outland, как еще называют, или Out, по-разному. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. И до новых встреч!